Подготовка к Music Star Kids продлилась около полугода. На пути к финалу были преодолены два кастинга, и лучшие вокалисты региона, их оказалось 17, стали участниками торжественной церемонии. Мы постарались сделать все для того, чтобы ребенок пришел к нам на проект и получил максимальное удовольствие от всего происходящего. От подготовки, от финала, от того, как от общения с другими финалистами. Отобранные участники проходили репетиции с оркестром, съемка профайлов, интервью. Ну, все это сопровождалось волнением, эмоциями, конечно же. Номинантам детской премии представилась возможность выступить с живым симфо-джазовым оркестром, в составе которого 30 музыкантов. Эти незабываемые эмоции и профессиональный опыт уже стали для них своеобразной победой. Приняли решение, что дети должны уже, независимо от возраста, но главное, если у них есть талант, они должны солировать уже с такими серьезными музыкантами. Для них это действительно очень большой опыт. Сегодня публика сама выберет понравившегося ему исполнителя, а также гран-при, поездка на творческий взлет в студию Игоря Крутого в Москву. Хоть и большинство участников церемонии уже имеет сценический опыт, такое масштабное шоу в их жизни оказалось первым. Чувство волнения юных артистов сменялось на драйв. Я первый раз так спела, потому что на репетициях я думала, что мне ничего не получится, а потом взяла себя в руки, и у меня все получилось. Главное участие, потому что я самоучка, и я думаю, что дети, которые занимались, победят. Безумное волнение, очень страшно, боюсь ошибиться, боюсь упасть. Вообще, с самого начала, с самого утра, как-то меня маленько потрясывало, но сейчас почему-то как-то все испарилось, не знаю почему. Наверное, потому что я думаю не о волнении, а потом, как передать чувства зрителям. Эмоциональная отдача зрителей и поддержка родителей сотворили невозможное. Номинанты справились с волнением и показали достойные результаты. У меня были сложности попасть в ноты, потому что я первый раз выступаю с оркестром. Мне интересно поучаствовать, потому что участие – это лучше, чем победа. Мы уже все победили, кто здесь есть. Прошли отбор большой. Учитывая, что конкурс молодой, вот, я думаю, что все будет объективно. Это очень классно петь под живой оркестр, живой звук, это очень здорово. Мне этот конкурс дает опыт, и я понимаю, что мне дальше будет идти легче с этим конкурсом. Конечно, каждый родитель хочет увидеть в своем ребенке победителя, но даже если мы просто поучаствовали в таком хорошем конкурсе, престижном, мы благодарны. Как сложится дальнейшая творческая судьба лучших вокалистов Челябинской области, предугадать сложно. Но не оставляет сомнения то, что первые вершины ими уже преодолены.